Пустые комнаты радуются новым жильцам. Иностранные студенты возвращаются в общежитие деревни Универсиады. О порядке заселения и эмоциях обучающихся расскажет наш корреспондент с места событий. Карантинные меры вынудили иностранных студентов на время покинуть общежитие Казанского университета. По словам Роспотребнадзора, соблюдение мер по борьбе с пандемией и начало кампании по вакцинации населения снизили темпы прироста COVID-19. Поэтому студенты из Турции и Египта смогли перейти на очное обучение. К нам вернулись из-за рубежа 324 иностранных студента и 1916 находится за рубежом. Мы ждем, когда откроются границы и когда они вернутся к нам на учебу в университет. Чтобы получить место в общежитии, иностранным студентам нужно заранее согласовать время своего приезда. За 3 дня до пересечения границы сдать тест на наличие коронавирусной инфекции и повторно пройти его в университетской клинике. Но даже неудобства, связанные с самоизоляцией по прибытии в Россию, не омрачают положительные эмоции обучающихся. Дистанционное образование немножко расхолаживает. То есть, когда у тебя нет определенных дедлайнов, нет обязательства встать, пойти на пару. Лучше, что они ходят к университет, и они практически делают на улице и разговаривают с друзьями. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.